Свежий воздух, здоровье и спорт. В воскресенье 9 февраля стартовал самый массовый лыжный забег страны. На лыжню России 2014 вышло более 1,5 миллиона человек. Омская область тоже не осталась в стороне. В гонке приняли участие около 4,5 тысяч жителей областного центра, плюс более 3 тысяч спортсменов в районах области. На старт вышли любители спорта самого разного возраста. Мне просто нравится ездить на лыжах. И как бы я люблю этот спорт. На свежем воздухе. Можно хоть где кататься. Погода хорошая. Несмотря на то, что вроде как бы холодно, по-моему, нормально. Установка праздничная. В общем, хорошо. Главное не победа, а участие – девиз большинства участников лыжни России. Но есть среди спортсменов и те, кто выходит на лыжню не только за хорошим настроением, но и чтобы показать определенный результат. Я записываю каждую свою прогрессию или регрессию каждый год. То есть, есть у меня хранятся все программки, и пишу каждую свою удачу, неудачу. Как динамика? Динамика в некоторые, в основном от погоды зависит, и были у меня лучшие результаты, чем в молодости, так сказать. Дистанции по 5 и 10 километров для VIP-персон 2014 метров в честь зимней Олимпиады в Сочи. Среди тех, кто вышел на старт, не только любители лыжных забегов, но и профессиональные спортсмены, омские политики. Настроение на трассе было праздничное. Лыжня России 2014 по-настоящему объединила омичей, которые пришли в этот день показать свои спортивные возможности. Не помешал даже вынужденный перенос соревнований на неделю со 2 на 9 февраля. Этот перенос, я думаю, он наоборот нам был нужен чисто психологически, что... Буквально позавчера начались открылись наши Олимпийские игры российские. А мы сегодня, я не вижу ни одного лица, которое бы как бы не олицетворяло собой тот настрой, который был на открытии игр. Да? Все улыбались, радовались, получали положительные эмоции. Сегодня здесь то же самое. У нас свои микроолимпийские игры, омские. По итогам соревнований победителям и призерам были вручены медали, дипломы и кубки Министерства спорта России. Но главным итогом, по словам участников, стала отличная организация лыжни России 2014. Трасса была подготовлена хорошо, колея протоптана, наледь отсутствовала, разметки и ограждения установлены по всем правилам. А бурное участие болельщиков бодрило лыжников и не давало уставать.